при медицинском осмотре водителей теперь будет направляться на новые анализы для выявления наркотиков и алкоголя. Но опять-таки это будет касаться не всех граждан, только в двух случаях. Это при возврате водительского удостоверения после лишения и при выявлении врачом-наркологом признаков или симптомов алкогольной или наркотической зависимости. Туда входят более 18 критериев, так что любой гражданин может попасть под этот случай. Также одно из важных нововведений, которое непосредственно связано с взаимодействием подразделений РЭО, с организациями, которые осуществляют образование деятельность, а именно автошкол. О чем говорится в приказе МВД 764, который вступил тоже в законную силу с 1 марта 2022 года. ГИБДД будет теперь проверять курсантов автошкол на наличие запретов для обучения и отстранять их при выявлении. Автошколы в течение 10 дней до начала практического обучения должны будут предоставить в ГИБДД список курсантов, проходящих обучение. И мы уже в течение 5 дней отказываем. Причины для отказа могут быть следующие. Это лишение прав, либо отсутствие лицензии у организации, которая выдала медицинскую справку курсанту. Если медицинская справка выдана в другом регионе, который не относится к территории обслуживающего данного подразделения ГИБДД, то направляется соответствующий запрос, и уже по нему будет решаться, допускается курсант к сдаче экзаменов или нет.